Вот наша грядка посажена осенью, в конце сентября, под агроволокно. Сейчас посмотрим урожай, какой я соберу, и покажу, какой у нас сорт ягоды. Урожай 2018 года. Вот такой лукошечка маленькая собрали. Где-то здесь, наверное, килограмма 4 будет. Ведерко 5-литровое. И вот такое лукошко. Такая клубничка. Вся чистенькая. Вся одна в одну. Вот такой сорт клубнички. Сравнить со... Ну что, Матвей, ты сравнишь сейчас клубничку, да? С этим. С коробком. Ну и там же таки не одна такая, много. Да? Да. Вон они все крупные такие. Может, вот они. И это, да, они все крупные. Вот. Потому что это сорт. У нас она называется Лиза. Хотя говорят, что это Лизавета, Лизавета. Но у нас она Лиза. Вот такая вот крупная. Вот ягода чистенькая. Вот. Огромная, да? Такие. В рот не влилась, да? Лезет. Ну вот сейчас будем мы перебирать и готовить что-то, блюда, да, всякие. Ну вот такой урожай у нас 2018 года. Вот такая клубничка. Покажи, Матвей, какая у нас выросла с носиком. Вот такая клубничка. Первая, да? Как, Матюш, клубничка тебе? Вкусно, особенно с сахарком. Особенно с сахарком? Конечно, да и в компьютере, да? Клубника с сахарком, с компьютером. Ну да, вот такая. С пипочкой, с носиком, да, получается? Ага, Насастик. Насастик. Ну, ты ее и съешь. Первую ягодку кушаешь. Клубничка, да, дедушка тебе с бабушкой вырастили. Давай посмотрим, какая с мороженым. Будешь такую вкусняшку есть, да? В этом году из-за аномальной жары май у нас целый месяц и пол июня не было ни одного дождя. И, конечно же, черешня наша плохо зреет и не такая сочная. Но среди вот этой черешни сейчас мы выберем вам, покажем, какие экземпляры черешни у нас получились, диковинки природы. Вот такие черешенки вырастают, интересные. Вот. Покажи еще одну с такими пимпочками вместе. Вот это. Нет, я по отдельности. Матвей, покажи по отдельности. Вот какие черешенки вырастают. Такими детками, да, получается, или с носом. Как ты считаешь, Матвей, детка это или нос? Мне кажется, детка. Детка, так, другую. Давай. Вот она вместе. Тут. Другую, третью покрути. Это с носиком, да, получается? Угу. Угу, вот он, носик. Вот такие черешни. Интересно.